20-летняя история дружбы и любви к музыке, оркестр человеческих голосов, хоровое пение со сцены Щелковского районного культурного комплекса. Это громкий аккорд открытых к музыке сердец. Он посвящен юбилею концертного хора «Славия» и 50-летию его основателя и бессменного руководителя Татьяны Лавровой. Я хочу от имени руководства Щелковского муниципального района, конечно же, еще раз сказать, что это великолепный, потрясающий коллектив, которым восхищаются не только в Щелковском муниципальном районе, в Московской области, но во всей Российской Федерации. Это диалог артистов со зрителем. Коллектив «Славия» представил в программе духовную и народную музыку, а также сочинения современных композиторов. То, что вы сегодня делаете, это очень нужно нашему обществу. Очень нужно, потому что мы духовно начинаем возрождаться. Это видно. Спасибо вам за все, за все, за все, что вы делаете. «Славия» – это коллектив профессионалов, это увлеченные хоровым пением лучшие ученики музыкальной школы и выпускники. За всем этим стоит огромный труд преподавателей. Все свое сердце и душу в него вложила руководитель, почетный работник Общего образования Российской Федерации, лауреат премии губернатора Московской области, член Высшего совета Международного хорового союза Татьяна Лаврова. Именно благодаря ей хор стал лауреатом и призером многочисленных всероссийских и международных конкурсов различного уровня, в том числе лауреатом бронзовой медали детско-юношеского хорового чемпионата мира. Эта музыка неизменно оставляет самые высокие, самые лучшие чувства. Я безмерно благодарна Татьяне за ее просто неоценимый вклад. Это подлинный энтузиаст своего дела. Надеюсь, она дождется своей высокой награды, о чем уже давно, как говорится, и район просит, и все наши преподаватели. Я вам благодарен, что вы позволяете людям верить в то, что есть истина, есть любовь, и вы олицетворение того и другого. Спасибо вам. «Славия» – это не только долгие занятия, это горящие глаза учеников, упорный труд и дружба. Поздравить коллег и руководителя приехали хоровые коллективы из Орла, Медвежьегорска, Республика Карелия, Саратова. Среди них и композитор многих песен репертуара хоров детской музыкальной школы Ирина Хрисониди. Все вместе создало большой праздник музыки, необыкновенную атмосферу хорового единения, встречу близких душ. А самый неожиданный сюрприз – выступление бывших выпускников хора «Славия». Я готовилась, конечно, к этому концерту, весь коллектив, родители и дети, но мы сами не ожидали, что получится такой праздник. И праздник хоровой музыки, дружбы, чествования учителей, встреча выпускников, хоровая прививка для маленьких и, конечно, праздник для всех детей, для всех гостей. Получился концерт «Дружба поколений» одной большой творческой семьи. Репетиции, волнения перед выходом на сцену, красочные выступления остались позади. Но когда культура и песня жива, она отражается в душах и еще долго поется. Марина Позднякова, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».